Нам сложно, почему? Потому что бывают приступы отчаяния, да, и ты думаешь, да что такое, ну неужели вот пропади все пропадом, да? Закрыл дверь на клюшку, все, я не буду этим заниматься, пошел, ИП закрыл там или ликвидировал ООО и до свидания. А с лошадьми-то что делать? Невозможно сейчас закрыть конюшню и сказать, простите, дорогие мои, я не буду вас кормить, я не буду вас поить. У меня самоизоляция. Я опубликовала пост ВКонтакте с благодарностью, там мама девочки одной отправила деньги за занятия, на которые они не пришли, потому что они самоизолировались, они под козырек выполняют это все, но они отправили деньги. То есть они говорят, мы понимаем, Тарантино, что лошадей нужно кормить, и отправили деньги. Я с такой благодарностью этот пост разместила ВКонтакте, и пик-пик-пик-пик телефон, то есть... Я открываю смски, то есть люди начали там 400-500 рублей, начали тоже, вот наши же клиенты, я вижу по фамилиям, именам, отчествам, кто это.